Здравствуйте. Айдар. Здравствуйте. Вот был с Давидом первый сеанс. Почти 9 дней назад. Узнали через YouTube, там много отзывов положительных. Дозвонились трудно, но как-то дозвонились. Там очень много звонили. Все-таки добились. И был сеанс у нас, первый сеанс. Нашему сыну Айдару 3 года 7-8 месяцев где-то. Диагноз ставили — задержка речевого развития с признаками аутизма. И ну как он не разговаривает, ну, может повторять какие-то слова за нами, повторяет букву, повторяет не все, но действия повторяет за нами. Вот, что мы просим: мелкая моторика, все вот эти пазлы мелкие, там несложные собирает. Еще что могу сказать, что такой он был. И ходили на курсы ауа-терапии, там тоже чуть-чуть улучшение было, ну, стал более спокойным, но все равно он как бы ощущение, что не понимал нас. Как будто вот на каком-то китайском языке разговаривал, он не понимал. Если жестами показываем, то делает, например, садись, и на стул показываем, сядет там, вставай, иди ко мне, руки вот так протягиваем, он бежит там. И вот после сеанса он как-то начал более спокойно себя вести, но не так хотелось, но на улучшение все равно как-то уже засыпать стал пораньше. Ночью не стал, ну, особо не просыпается, а так бывало, что у него ночью часа в 2-3 проснется и ходит туда-сюда, там, в темной комнате, там, про себя выговаривает. Что еще? После сеанса вот стул стал этот хороший, вот не как бы не запор, а как уже нормального ребенка должно быть, так и стал. Ну, сейчас уже обратно что-то, не знаю, может придерживаться каких-то диет там, не знаю, еще посоветуемся. Ну, пока что вот после первого сеанса все какие-то все равно есть положительные процессы, сдвиги. Он у нас второй ребенок в семье. После нее есть дочка. Она как бы уже разговаривает. То, что когда мы с ним занимаемся, она вместе с ними разговаривает. Ей год и 2 месяца. Садик ходим уже. Раньше вот какой? 3-4 день уже, да? Первые 2 дня он себя как-то там капризничал. Там, когда собирались уходить, не хотел уходить. Последние 2 дня он как бы более спокойно относится, когда забираем, он одевается молча, как бы туда идет, не капризничает, идем тоже вместе. Садики кушает сам тоже, а так с ложечки кормили, но редко когда там может сам что-то покушать. А там уже с ребятишками вот воспитательница говорит, как бы особо не играет, но все равно от толпы не отделяется, куда толпа, туда и он. Ну как бы конкретно не играть именно там с каким-то ребенком, ну как бы знает, что в какой-то толпе он может играть. Вот это наша дочка. Джеркин, привет. Привет. Скажи привет. 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 Вот, и надеемся, что все вот этот диагноз все пропадет, конечно. И сегодня как бы договорились о втором сеансе. Очень надеемся. Айдар, да. Скажи мама. Айдар, скажи мама. Мама. Молодец. Вот он говорит мама, а кто, и смысл слова как бы не понимает, кто именно мама. Пока что. Покажи маму, он не покажет. Он скажет. Айдар, покажи нос. Где нос? Айдар? Где у нас нос? Где Айдар, нос? Покажи мне нос. Нос где? Айдар, покажи мне нос. Где нос? Он показывает, но именно что. Ну все, пока что на этом. Дальше будем еще
отчеты присылать. Всем удачи, всем здоровья, всем спасибо. Спасибо Давиду. Все, всего доброго.